Январь 1748 года. На Барнаульский завод к месту прохождения службы прибыл механик и ученик Иван Иванович Ползунов. Должность его называлась плавильный писарь. Он отвечал за учет руд, флюсов, угля. Ему было всего 20 лет от роду. Он проявляет себя хорошим работником. Сам изучает особенности процесса плавки металла, читает в заводской библиотеке труды Ломоносова. Ползунов довольно быстро продвигается по службе, занимаясь самыми разными делами, от строительства зданий до прокладки дорог. Спустя 15 лет он создаст то, что обессмертит его имя – проект первой в мире двухтактной паровой машины. 26 января 1815 года состоялось освящение каменной Одигитриевской Богородской церкви. Она находилась в начале Московского переулка, теперь проспект Ленина. Каменное строение сменило деревянную, построенную аж в 1759 году церковь, одна из старейших церквей Сибири. Храм считался купеческим, а потому, рассказывают, внутреннее его убранство было очень богатым. Увы, храм разрушили в 1935 году. 22 января 1920 года на нынешнем проспекте Ленина в братской могиле перезахоронили остатки партизан и рабочих, погибших при освобождении Барнаула от белогвардейцев. Вскоре здесь вырос настоящий мемориал, внешний вид которого в последующие годы менялся неоднократно. Из деревянного он становился кирпичным, затем каменным. В новейшее время здесь загорелся вечный огонь.